Сегодня в регионе завершился первый этап республиканского конкурса профмайстерства сярод молодых работников инспекции по податках и сборах. Сярод 17 конкурсантов вызначились 3 переможцы. Наприканце кастрычнику яны представят Гомельскую областную инспекцию на другом этапе конкурсу, который пройдет на базе Министерства по податках и сборах Республики Беларусь. Подробности в нашем наступном сюжете. Поспаборничать с коллегами у профессийном майстерстве Артем Ткачев подохватился самостоятельно. Молодый человек працует главным державным податковым инспектором у центральном районе Гомеля. Мае активную житевую позицию, стверджая, что специальность обрал по душе. И об этом собирается расповести подчас своей презентации. Стараюсь принимать участие абсолютно везде. И вот первый этап хорошо закончился, хорошо порешал тест, хорошо выполнил практическое задание, прошел во второй этап, где буду презентовать себя средством презентации, расскажу о своей жизни, о работе в своем отделе, почему я выбрал именно такое направление работы. По умовах конкурсу удел у им могут принимать молодые специалисты во возрасте до 31 года, працовный стаж яких у податковых органах не перевышая 5 годов. Сярод агульной колькости работников Гомельской областной инспекции 17% подыходит под вызначенные критерии. Конкурс штогодовый и проводится с метой стимулирования молодых специалистов до достижения вышинь у профессийной деятельности. До речи, финалистов чекают ответные заохвочивания. Это возможность получения профессионального образования в Академии управления при президенте Республики Беларусь, получение направления туда. Это возможность быть внесенным в резерв кадров на замещение вакантных должностей. То есть это возможность себя показать как профессионала для того, чтобы в дальнейшем работать, получать и показывать определенный результат. Переможцев у региональном этапе конкурсу вызначили по 3 номинациях. Лепшим работником контрольной службы стала Лазаренко Алина, податковый инспектор со Светлогорского района. Сярод работников у лику податку вызначилася Кондратенко Юлия, инспектор с Чыгуночного района Гомеля. А с физичными особами лепш за інших працуе Виктория Бартновская с инспекцией по податках и сборах Советского района Гомеля. Свое профессийное майстерство девчатам необходимо будет продемонстрировать на республиканском этапе конкурсу. Евгения Кухаронок, Василь Осипцов, телерадиокомпания «Гомель».